вами я не старею, я сегодня снимаю влог, наконец-то долгожданный влог, люблю снимать влоги, мое любимое занятие, что снимать влоги, и машина едет, нас собьет, нет, не сбила, ура. Короче, сегодня у нас будет концерт, мы выступаем, не у нас будет концерт, а мы выступаем сегодня на концерте. Джазовые дни — это распространенный такой очень известный концерт. Да, и сейчас мы пока что до концерта мы решили покушать с Данькой и мальчиком. Дань, поздоровайся. Привет. И мы сейчас будем идти кушать пиццу. Так что да, увидимся. Всем еще раз привет. И мы уже заказали пиццу. Ждем концерт. В общем, я думаю, сегодня все пройдет круто. Какие-то моменты я постараюсь вам снять, как всегда. Я сразу решила навести марафет, сразу оделась, чтобы не ездить домой и все такое. Вот. Даня сидит с таким покерфейсом. Можно я тебя сниму? Просто. Сегодня, кстати, я выспалась. Это просто супер классная новость. Как-то так возможно, да. Не знаю, это магия, я старалась. Студентка выспалась. Кстати, я для вас смонтировала новое видео. Наверное, я его уже выпустила на своем канале. Разговорное видео. Я думаю, вам оно понравилось или понравится. В общем, да. Ты спать хочешь? Я сегодня решила выспаться. Почему бы и нет? Надо быть бодрячком на концерте. В последнее время все певицы почему-то поют так, что я не понимаю слов. Настя Каминских я сейчас не понимаю. В новой песне «Время истекло» тролль. Надя там так поет, непонятно. Там есть один момент, где поет позитив непонятно, а Надя вообще непонятно. Ладно, мы шутим. Она воет. Да. Мы только что с Даней говорили про наушники, и у него поломались наушники, и у меня поломались наушники. И знаете, вот без наушников это такая головная боль, такое ощущение, что тебя уши вырубают. Ты едешь и слушаешь звук мотора, как все разговаривают. Это ужасно. Купите мне наушники. Ням-ням-ням. Вот пиццу принесли. Даня режет. Ура! Я уже буду вам снимать все события после пиццерии. И, конечно же, я сейчас сфоткаю пиццу. Всем привет! Мы сейчас уже находимся в Дружбе народов, там, где мы будем, место, где мы будем выступать. И вообще, этот гость новый! Привет! Привет! Это Максим. Хотя один раз он появлялся уже в моих влогах. Так что, да. Привет! О, Николай! Николя! Фотогигиеничный, пожалуйста. Фотогигиена. Труба. Да. Так, мы все сегодня будем выступать, так что все очень круто, весело и классно. И Коля стоит на заднем плане. Народ, как вы, что вы ожидаете от этого концерта? А ты? Я ожидал, что вин закончится. Хорошая мысль. А это было неожиданно. Сейчас саундчек. Ну, вин закончится по-любому. У нас, короче, сейчас будет саундчек. Кто знает, да. Не как ты. То что будем думать? А, нет, подержать эту. Сейчас будет саундчек, мы будем чекаться и выступать. Да. Будем надеяться, что нам будут хлопать. Будем надеяться, что будут. Ну, там не будут. Да. В общем, я думаю, вы уже увидите кадры, как мы будем выступать, наши песни петь и так далее. Или не увидите. А? Или не увидите. Или не увидите, так что... Окей, все, что ты хочешь пожелать моим зрителям? Что-то хочешь? Happy birthday. Все, спасибо. Thank you.
Мне понравилось. Я хочу еще.